Привет, друзья! Сегодня покажу вам реальные цены на новые корейские автомобили Hyundai в начале июня 2022 года. Посмотрим, какие машины есть в наличии у дилера и насколько они дороже или дешевле, чем на сайте производителя. Начну с полноприводного кроссовера Hyundai Tucson в версии Prestige с 2-литровым двигателем на 150 лошадиных сил в паре с автоматической коробкой передач. Цена такого автомобиля 3 миллиона 379 тысяч рублей. Дополнительное оборудование, установленное на автомобиле, идет в подарок. Бизнес-седан D-класса Hyundai Sonata в исполнении Style с пакетом Smart Sense с 2,5-литровым мотором мощностью 180 лошадиных сил и автоматом теперь стоит 3 237 000 рублей, что на 20 тысяч дешевле, чем на официальном сайте Hyundai. Компактный кроссовер Hyundai Creta в комплектации Family с пакетами Ultra и Light, оснащенный 1,6-литровым 121-сильным мотором, механикой и полным приводом, здесь оценили в 2 174 000 рублей. Бюджетный седан Hyundai Solaris в популярном исполнении Comfort, оснащенный 1,6-литровым 123-сильным атмосферным мотором и механикой, здесь стоит 1 584 000 рублей. Дополнительное оборудование также идет в подарок. Полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade в версии Prestige, оснащенный 2,2-литровым 200-сильным дизельным двигателем в паре с автоматом и полным приводом, здесь получил ценник 7 799 000 рублей, включая допы на 2 миллиона 300 тысяч. Переднеприводный минивэн Hyundai Staria в исполнении Lifestyle, оснащенный дизельным 2,2-литровым 170-сильным мотором и автоматом, сейчас стоит 6 329 000 рублей, включая допы на 2 миллиона.